Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном лайфстайл-канале «Сладкий персик». Сегодня мы с вами готовим очень простой, быстрый, невероятно вкусный завтрак из лаваша, яиц и обычного твердого сыра. Нам понадобится один лаваш, 2 или 3 яйца, небольшой пучок зелени, у меня была руккола, и примерно 100 грамм обычного твердого сыра. Сыр нужно натереть на крупной терке. Можно и на мелкой, но мне больше нравится, когда сыр натирается на крупной, так мне кажется быстрее. Затем наливаем в сковороду растительное масло и распределяем его по всей поверхности сковородки. Немного разогреваем сковородку на среднем огне и сразу же выкладываем лаваш. И теперь незамедлительно разбиваем в лаваш яйца. Яиц мы используем 2 или 3 штуки, смотря сколько человек будет все это кушать. На яйца тоже сразу же выкладываем нашу свежую зелень, у меня это руккола, и насыпаем натертый на терке сыр. Это нужно делать очень быстро, иначе лаваш засохнет на сковородке и блюдо не получится. То есть у вас не получится лаваш свернуть. Теперь просто загибаем края лаваша к центру, формируем что-то похожее на прямоугольник. Переворачиваем на другую сторону, прижимаем слегка лопаткой, накрываем сковороду крышкой и немножечко готовим. Примерно 1 минуты на тихом огне будет достаточно. Затем открываем крышку и переворачиваем лаваш на другую сторону, чтобы он с той стороны тоже хорошенько поджарился. Снова накрываем сковородку крышкой и готовим примерно 2 минуты. Затем снова переворачиваем лаваш на другую ровную сторону и разрезаем пополам с помощью лопаточки или ножа. Если, конечно же, по вашей сковородке можно резать металлическими предметами. И опять накрываем сковородку крышкой и готовим еще примерно 2-3 минуты на самом тихом огне. Готовый лаваш выкладываем на тарелку, разделяем до конца на половинки и наслаждаемся. Это невероятно вкусно. Вот такой быстрый и, главное, очень сытный и простой завтрак у нас получился. И, что важно, вы можете использовать в этом лаваше абсолютно любые продукты, которые залежались у вас в холодильнике. Ну, например, у вас осталась какая-то ветчина, или какой-то сыр, или зелень, или помидорки, вы все это можете класть туда в начинку. Надеюсь, что рецепт вам тоже очень понравился. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписывайтесь на мой канал.